на обед сегодня рис на гарнир. Я здесь обжариваю рис на сливочном масле. И постоянно вот помешиваю, не отхожу ни на минутку. В течение 5 минут, вот видите, он уже начал белеть. Такой цвет немножко поменял. Вот, все, рис обжарила. Сейчас заливаю кипяточком. И присаливаю, и все, и до готовности. Рис у меня варится, и вот открыла. Дети приезжали в отпуск, тунца покупали. Вот видите, разморозила, присолила. Сейчас вот немножко помаринуется в соличке и обжарю. Рис, тунец, и вот здесь вот еще подливочку вот делаю овощную. Ну, такой вот у меня сегодня будет обед. Майонезик, сметанку, и потом зальем обжаренную рыбку. Она будет нежная-нежная. Вот так вот. Немножко сливочек добавлю. Для нашей рыбки. Все под крышечку. Пусть тушится. Вкусно будет, девочки, очень будет вкусно. Так вот. Так, все готово, пробуем. О, напарилась хорошо рыбка наша. Кусочек, давайте-ка попробуем. Нежнятинка. Обед наш. Наш обед. Всем приятного аппетита, кто с нами садится кушать. Салатик еще у нас есть. И арбузик. Девочки, мои азалии. Цветут, цветут, девчонки. Радуют меня. Прям я так довольна. Красота, видите, бутончики опять вот выскакивают новые. Поливаю, девочки, поддоны. Вот сюда вот наливаю водичку. Вот, вот сюда вниз. И здесь вот чашечку. Сюда под корень ничего не лью. Только в поддоны. Обычную отстоянную водичку. Здесь вот у меня леечка стоит с водой. Вот видите. Девочки, вы только посмотрите, какой необыкновенной красоты. Видите, лепесточки у мультифлоры. Наконец-то я купила рожь, девочки. Всем добрый вечер. У нас вечер. Солнышко светит, тепло. Ой, я стою с сумкой. Купила ведро целое. 300 рублей. Еще маленькое ведро. За 150. Вот такой вот котелочек маленький. А побольше 300. В общем, сейчас пойду засею. Валера же мне показывала вам, да? Все там сбарахтал чуть-чуть культиватором. Я сейчас вот рассыплю. У нас вот, может быть, дожди пойдут скоро. Не знаю, но заморозки вроде бы как обещают похолодание. Резкая. Но пока что тепло. Я вот вышла. У нас сейчас 5:30 вечера. Наверное, градусов так 20 есть. Ветерок, правда, северный дует. Но очень комфортно. Очень хорошо мне будет работать. Пойду разбросаю.
посеяла. Собрала еще полбеда картошки резаной. Курочкам сварю. И вот еще маленькое ведерко осталось. Но это я посею в теплице. Крайнюю грядку. Она всходит рано, рожь весной. И потом курочкам мы режем, как витамины. Так, тепло здесь, хорошо. Сейчас соберем. Соберем и сейчас вас. Хватит вам тут, наверное, уже расти, стараться. Поспеют. И не на корню поспеют, я срываю всегда. Рано перцы вместе с помидорами. Они потом доходят. Это что-то я в этом году вот оставила. Длинненький это я собрала. А вот этот кубышечками оставила. Это брали семена из магазинного. И вот видите, хороший такой. Вот прямо много. Урожайный, хороший. Все, девочки, справилась я. Оборвала весь перчик. Вот три ящичка у меня получилось. Видите, он полежит в тепле, поспеет также. Я там фарша наделала и вот нафарширую как раз. Свой урожай. Сладкий, вкусный. Самый лучший. Выращен своими руками. Помыла помидорочки я здесь. Вот. Хочу повялить. Они прям такие спелые. Спелые. Черный гроздевой сорт называется. А тыквенные семечки у меня, наверное, уже, девочки, все уже высохли хорошо. Можно уже и в духовочке посушить. Я думала уже все, не буду ничего солить, мариновать. Оказывается, вот видите, поспели вот помидорки еще. Они вот эти вот, вялить им прям очень хорошо. Они очень вкусные получаются. Я всегда вот этот черный гроздевой, их всегда пускаю на вялку. Хватило, девочки, здесь мне тоже посеять. Рожь осталась немножко в ведерке. Все три грядочки все посеяла. Сейчас осталось мне только заборонить. Все уделала, загребла. Пусть сходит. Мы с Валерой здесь пролили сегодня всю теплицу фитоспорином. И землю, и стены дополнительно еще. Все влажно. Будет все быстро всходить. Я сейчас закрою двери. И здесь будет конденсат собираться и быстро взойдет. Все, пошла я лилии сажать. Ждет меня еще работа. Надо мне рассадить вот это вот все ведро луковичек. Пойду сейчас я возле забора. Их там побросаю. Они как сорняк. Примутся по-любому. Рассадила я, девочки, все свои лилии весной. Посмотрим, какие взойдут, может, какие не взойдут. Как будет? У нас вечереет уже, видите, как. Перерезала я помидорки. Два кружочка у меня вот получилось. Все, идем домой. Забираю семечки сейчас в духовке тоже. Высушу немножко, поджарю. Они тогда вкуснее будут. Вот и день закончился. То одно, то другое. То пятое, то десятое. Закат солнца падает на деревья, и кажется, что уже прям глубокая осень у нас. На самом деле это так передает телефон закат солнца. Видите, какая красота, да? Все, друзья, буду заканчивать на этом свое видео. Всем спасибо за подписки, за лайки, за добрые комментарии. Оставайтесь все живы и здоровы. Всем нам мира. Всем пока-пока.